Сегодня Владивосток завалило мокрым снегом. Осадки повлияли на дорожное движение в городе. Утром горожане стояли в многокилометровых заторах, но сейчас дороги, на удивление, свободны. Око пробок, портал ОТВ показывает, сильных заторов нет, небольшую пробку спровоцировало ДТП на Котельниково. Также затруднено движение в районе Второй речки в сторону центра. В остальных районах города все свободно.